как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда, но пока еще как бы это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? А самое хорошее — это то, что здесь столько всего opportunities. Opportunities? Как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей приобрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь и...